Spēle bija laba, pretinieki arī labi spēlēja. Gribētos, lai vēl biežāk notiktu šādi turnīri. Un trenējos es Jēkabpilī, lietā laukumā slidotā. Un agrāk biju braucis gadu uz Ledushalli, uz Daugavpili. Ну, интересная игра получилась. Не участвовал раньше, ну, в такой в крупной игре, как бы со всеми со сменами. Понравилось. Вот, спасибо, что Игорь проводит это. Очень хорошо, что есть шанс не только потренироваться, но и как в реальном хоккее поучаствовать. Чтобы добавить, наверное, может быть, команды какие-то, чтобы именно не, вот, ну, не с одной командой играть, а в течение недели, может быть, чтобы разные команды были. Тогда хоккей, может быть, будет еще интереснее. Будет как уровень такой, как лига настоящая получится. Все, здравствуйте. Спасибо ребятам. Сыграли молодцы. Соперники тоже на уровне были. Наша о лиге. Лига развивается. Все стараются. Будем расти. Спасибо организатору за то, что дает шанс ребятам, начинающим поиграть. В нужный момент помогает. Ну и всем спасибо за игру. Счастливо. Yeah.